13 июля 18 активистов партии «Прорыв», группа поддержки Евгения Юрковского, выразили свое желание присутствовать на заседании суда города Бендеры. Но такую возможность им не предоставили. Само заседание перенесено на 18 июля на 14.00. Обвинили по 174 прим, то есть незаконное проведение агитации, хотя данное право у нас предусмотрено законом. А сопротивление властям? Сопротивление властям также было в рапортах, я, насколько ознакомилась сейчас с материалами административного дела, было указано о том, что наш партиец оказывал сопротивление, то есть и всякие, ну, другие административные нарушения, хотя да, это не подтверждается ни видеосъемкой, ни свидетельскими показаниями. А сегодня ему в сопротивлении властям выносили обвинения? Сегодня не выносили обвинения, сегодня рассмотрения дела по существу не было, поскольку я заявила ходатайство об отложении слушания административного материала на другой день. Слушание будет в понедельник с 18 часов. Ребята из «Прорыва» даже рады этому обстоятельству, поскольку к тому времени из Москвы должен вернуться Дмитрий Соин, председатель партии, а из Липецка Юрий Зотов, депутат Бендерского горсовета и член партии «Прорыв». Напомним, что инцидент с задержанием активиста партии Евгения произошел 11 июля.